Эхэй, всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, мы вместе с вами продолжаем играть в Total War Warhammer за кривой месяц. Итак, на прошлой серии мы с вами не смогли удержать Каракас-Гарас, и нам его при втором ограблении, второй осаде, его просто уничтожили, да? И мы заняли сейчас оборону в Каракнорне, отбили несколько подходов Империи, и сейчас они немного отступили назад, но тем временем бретонцы нас обошли и пытаются тоже взять в осаду наше поселение Гримхолд. Скарсник, естественно, уже спешит на помощь отбиваться. Мы отправили сюда два стака на перехват бретонцев. И всеми своими силами агентов пытаемся как можно дольше задержать основные силы бретонцев, которые тут подходят. С этими мы без проблем с вами разберемся. Но тут у них есть пегасы, серьезная такая конница, как бы есть, да, они, в принципе, угрозу не представляют, но лучше перестраховаться. Больше мы такого не допустим, чтобы они ошивались возле наших городов, будем их постоянно отбивать. Ну и по-прежнему продолжаем экспансию, потихоньку уничтожаем Эсталию, они тут переселились в другие три провинции, бывшие бретонские провинции, да, мы их тоже с вами разграбим и пойдем с этого направление уже уничтожать потихонечку бретонцев. Ну и давайте закончим наш ход. А приближается к Каракнорну. Вот они взяли нас в осаду. Как я и говорил, налет. Поселение в осаде. Вак. Да, тут у них у нас вак произошел. Так. Огонь у нас получила ранг. Доход от построек пускай будет. Так, и возведены у нас еще постройки, да? Логово зеленокожих. Ага, давайте тут тогда построим мы блестяшки. Лагерь. Так, и вот это нам, я думаю, идолы, в принципе, нам больше не нужны. Они свое дело сделали. Ну и идем захватывать бывшие провинции гномов, да, потихонечку тоже. Как у нас тут идет найм, собственно. Ага, у нас впадает еще вдобавок воинственность. Фигово. Это плохо. Надо как можно быстрее, чтобы набирались армии. И отправлять их в бой уже непосредственно. Так, тут у нас сидит пока без дела. Давайте сюда закинем, я думаю, паучков. Вот так, пускай набираются. Также нам к Хажагу Мистику надо шамана добавить для выполнения задания. А тут нам надо как-то остановить бретонцев, наступление бретонцев. Так, где наш там 30 ранга? Агент, блокаду армии вызываем. Отлично. У нас это получается. Так. Пробуем заказные убийства. Сейчас вырежем их них военачальников. Так, тут вырезали, тут 15 ранга чувак тусит тоже. Давайте от него тоже избавимся. Ага, не можем. Ну ладно, так. Тут тоже не можем. Окей, я понял, все, значит сидим. А тут, смотрите, снова стоило нам немножко отойти, и бретонцы совместно с Империей уже пытаются взять в осаду Каракнор. Поэтому мы отправим, я думаю, сюда наш ваг. Я думаю, он справится. Так, что мы тут? Так, можем авторасчетом, но с большими потерями. Не будем рисковать, потому что еще сзади есть армия. Если вдруг они будут нас штурмовать сходу... Так, еще раз, я уже забыл, направлял, не направлял армию, вот. Отлично. А тут мы залезем тогда в Каракнорн. Все. Так, тут. Так, 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 заказное убийство. Давайте вот этого попробуем вырезать. Неудача. Ладно. Фиг с ним. Так, доход от построек. Все, замечательно. Замечательно, как у нас тут дела? Ой-ой-ой, Эсталия к нам направляется сюда. Так, тогда мы, я думаю, не двигаемся, а будем сидеть тут и восполняться. Может, даже, слушайте, немножечко назад отойдем,
чтобы они нас не настигли на этом ходу. Вот так вот, давайте. Вот. Что они... Вот, отлично. Замечательно. Пускай восполняются. И закончим ход опять. Ну вот, так, армия обладает низкой дисциплиной. Ну, блин, что делать? Два хода у нас еще армия пополняться будет с потерями. Это плохо. Надо срочно Ожага Мясника отправлять на битву, иначе дело плохо. Так, решительная победа. Вот, отлично. Подошел наш ваг. Тут... Что, нам взяли в осаду? Нет, пока не взяли в осаду. Ох, какие армии тут пруса. Какие армии тут пруса. Давайте, может, вылезем и парочку армий раздолбим на стремительном ударе. Вот так вот. Оп. Одна готова. Так, следующего вот этого чувака тоже. Так, стремительным ударом тоже. Оп, все, до свидос. Так. Знаете, чтобы еще нам назад можно было вернуться? Короля мы не добили, жалко. Жалко. Вот, отлично. Гоним их. Так, и назад, слушайте, надо возвращаться. Все, да, свидос. Уходим. Ай, фак, нам не хватило. Не хватило хода. Так, армии вроде не доберутся. Но на всякий случай, я думаю, надо устроить нам блокаду армии попробовать. Ага, не можем. Уже воспользовались, я забыл, так. Вот этих чуваков блокируем тоже. Потом нашим ваг указываем цель вот этих вырезать чуваков назойливых. Оп, и вот этого армию бретонцев тоже мы уничтожаем тут. Все. Отлично. Успел скарсник подойти на помощь. Великолепно. Все. Разобрались мы немножко тут с ихними войсками. Но тут по-прежнему еще таких два внушительных стака. Но они единственное, им что плохо, они в горах несут потери у нас. Блин, как же меня бесит. Как же меня бесит, что у них потери идут. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мы до такого докатились. Надо срочно их выводить и отправлять в битву. Так, это что у нас? Ага, добиваем. Решительная победа. Так, боевой пыл. Так, минус полторы. Ну, давайте, в принципе, дисциплину. Можно. Повышение ранга, Ожаг. Так. Нам вот воинственность нужна, а для этого стремительный удар и путь. Ваг. По идее, так, минус 2, да, у нас идет заход. Поэтому мы его вот так вот срочненько выводим. Срочненько прям становимся лагерем. По идее, у нас воинственность должна теперь немножко пойти в гору за счет этого. Так, Гримгора мы сразу поставили вагхом, лагерем. Так, давайте сюда набор теперь. Теперь его укомплектуем. Так, кого нам еще тут добрать? Паучка добрать обязательно надо. Обязательно паучка. Где паучок? Вот он, паучок. Так, сюда тролли у нас есть. Я возьму сюда еще гоблинскую швырялку. И можно еще добавить сюда четких пацанов на вепрях. Все, в принципе, за 4 хода эта армия у нас укомплектуется. И будет все замечательно. Так. Цитадель. Где мы возвели цитадель? Ага, тут возвели цитадель.
Интересно, здесь скверна растет, а из-за чего она тут растет у нас? Давайте построим тогда палатку шамана, хижину точнее. Надо от нее избавляться. Так, скарсника надо теперь, чтобы он восстанавливался у нас. Все, замечательно. Замечательно, мы с вами справились. Все. Придется нам тут немножко посидеть в обороне пока, да? Я думаю, посидим в обороне. Дождемся подхода Ажага и Гримгора. Так, а Эсталия, куда они пошли, слушайте? Куда эти чуваки пошли у нас? Что они вообще хотят? Что они задумали у нас? Что-то странное они задумали. Я не знаю, куда они идут. Пойти за ними или пойти грабить их не уже города? Я не знаю, куда они пошли. Они могут обратно захватить какую-нибудь провинцию свою, как вариант. Это вполне возможно. Так, ну давайте тут двигаемся дальше. Так, тут минус 3 у нас порядок. Так, строим здесь крепость, блестяшки, ворота. Так, ну здесь да, все нормально. Но здесь войска будут теперь восстанавливаться. Блокада армии. А чего злы на башке задумали? Неужто ли они хотят захватить нашу крепость? Мне такое впечатление, что они хотят как раз таки это и сделать. Так, отлично. Так, Ажрак, мясник. Ездуны, не 5 родной земли. Так, теперь вот этих мы перемещаем. Потери они будут нести, да, у нас? Блин, ну придется вот так еле-еле нам двигаться, получается. Это плохо. Орочий шаман, а у нас какой, подождите, здесь шаман? Шаман ночных гоблинов, я понял. Не того мы отправили. Вот он, орочий шаман. Вот этого нам надо было отправить. Ошибку понял и осознал. Окей. Выводим. Так, 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 так. Стреляла. Для стрелков. Или я думаю, что нам взять. Я думаю, стреляла возьмем сейчас для начала. У нас вообще эта армия, видите, она сидит. Мы ждем с вами начала войны против... Так, доходик у нас что-то существенно так снизился немножечко, да, я смотрю. Мы потому что захватываем, точнее не захватываем, набираем много орков. Так, это дело мы занимаем. Так, и тут можем построиться с вами. А тут у нас вроде как золотишко еще должно быть. Так, стоп. Сюда мы с вами наймем... Так, великана. А, и мы никого не можем, только великана, да, можем сейчас сюда нанять... Слегка на меня, честно, я скажу, не очень как-то понравились. Как-то я их немного не оценил. Мне больше понравились вот эти пауки. У них по доспехам намного дела лучше обстоят. Хотя у них дисциплина, да, хромает. И сила оружия у них 380, а у великана 583. Ну ладно, давай дадим еще один шанс великану. Потому что мы когда бились, с кем мы бились...
С вампирами мы бились, мы слили великанов. Так, навыки. У шамана навыки. А нет, это вожак гоблинов. Все, окей. Обнаружена засада. Карл Франц. Налет, 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 налет. Так. Сторожка скарсника. И блестяшки возводим. У нас единственное, сейчас немножечко падает экономика. И денег нам может начать не хватать с вами. Давайте побыстрее все-таки отправим. Иначе лагерями будем передвигаться очень долго. Вот, отлично. Выполнили задание. Доспехи вожака, да? Так, включить одного или более отрядов типа великан в армию лорда. Ёп. Блять, нафиг нам тут нужен был великан ваш? Блин. И чё нам теперь? Великана туда включать? Вот такие задания нам попадаются, которые портят всю идею. Так, дальше поехали. Вот, а тут мы сможем пограбить даже все же. Блин, а где нам великана взять? Стали мирный договор хотят. А немного ли вы хотите? Так, знаете что? Надо заняться нам. Так, восстанавливаемся, еще один ход. И тогда пойдем грабить. Так. Минус 500, слушайте, мы ушли в минус 500, офигеть. Из-за того, что мы наняли вас с вами очень много. Так, строительство завершено, да? Так, также идолы здесь построим. И надо идти, слушайте, на войну надо идти, короче. Ага, великан набирается у нас тут еще. Минус 500 у нас. Так, скарсник у нас через ход восстановится. Минус 900, твою ж мать. Это уже серьезно. Вот это все из-за этих налетов. Это все из-за вот этих налетов. Однозначно. Хижина. Так, так. Повышение ранга, хитрюга. 30 ранг получил у нас. Так, а что бы нам взять? Доход от разорения поселений и разграбления. Вот так вот. Пошлите, мы их с вами разграбим. На 6 косариков. Потом добьем. Так, великан у нас нанялся. Так, тут у нас
Тут тоже повышение у нас. Сейчас пойдем битву устраивать, короче. Опыт проходов. Так, ну придется, значит, стрелков нам распустить и нанять сюда великана, раз такие дела. Так, потом, эта армия у нас тоже с вами готова. Все, пошлите на войну. Пора биться. Хватит строить, война, давай. Не ожидали они. Do you take me for a churl? I will not. Заказанное убийство. Неудача. Так. Очко навыка. Свалила империя с бретонцами от нас. И смотрите, мы сразу ушли с вами в плюс небольшой. Так. Погонь. Доход от построек. Возведенные. Так. Гора блестяшек. Замечательно. Замечательно. Давайте тут теперь займем поселение. Все, пускай. Теперь. Так. А рост и покорность. Все, тут мы можем быстренько так пройти с вами. Пошлите на войну. Лучше будет, если мы вот тут сядем с вами. Ага. Это кто? Наш ваг напал. Окей, давайте добьем их. Чуваки, а чего не сожгли их? Ревущие стада пришли. Так, шаман, 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 шаман. Шанс ранить нападавшего. Налеты на регион. Так. Надеюсь, нам после этого еще кого-нибудь не скажут строить. Нанимать. Так, как мы пройдем? Я думаю, тут пройдем. Ну, с потерями пройдем. Окей, пойдемте под землей. Так, это поселение надо бы разграбить нам. Теперь на Квенель выдвинемся с вами.
Варги, мирный договор просят. Давайте мирный договор. Мы с ними ж не враги-то, в принципе, так. Выполнили мы задание по найму великана. И что дальше? Победите 5 или более армий гарнизонов силами, которые командует Ажак Мясник. Окей. Победим. Вот она, дыра с блестяшками. Пацанчик у нас получил ранг. Шаман, да? Так, ну давайте тогда его боевую ветку прокачаем. Пускай он будет у нас при Ажаге находиться. И кто у нас это? Гробнок получил Виверну. Окей. Мы ее возьмем. Так, стрелял у нас есть. Ездуны. Так, Эржак Мясник тоже получил у нас ранг. Так. Конкретные пацаны. Технология у нас исследовалась. Так, сила оружия для гоблинов-фанатиков. Так, броня для колесниц. У нас колесниц-то нету, в принципе. Так. Сила оружия для всадников. Вот это еще тоже изучим. Думаю, нам пригодится. Ну и все, отправляемся тогда с вами на войну уже непосредственно с людишками. Имперцы тут что-то заходят как-то не туда. Что-то они заблудились у нас. Ох, агентов, слушайте, сколько. Злоклык, повышение ранга. Там у нас кто? Ага, лорд. Так, так, так. Ну, ауру возьмем. Избыток населения 5. Избыток населения 4. Ну все, я думаю, мы людишек раздавим сами на этот раз уже точно. Что там у имперцев-то у нас? 7 поселений, да? У бретонцев немножко все получше, у них 15 поселений. Потом мы заключили с вами временный мир с варгами и скеллингами. Сколько у нас, собственно, фракций-то осталось живых? 9. Зверолюды, кстати, появились, а я даже и не знал. Слушайте, а откуда они у нас появились-то? Это интересно. Их же уничтожили. А вот и два стака эсталии. Так, пошли земляка за вот этих бретонцев там мы с вами додаем. Если они, конечно, не свалят от нас сейчас. Да, валят. Биться не хотят они. Чужеземец, скверно. Так, божественная защита. Так, избыток населения, край света. Так, сядем лагерем, чтоб у нас, слушайте, воинственность тоже не падала. Куда мы, слушайте, куда мы пойдем? Так, вот тут у них тоже поселение довольно-таки
Все заняты, да, я так понимаю, по карте. Может, мы начнем их грабить вот отсюда. Руины, так, руины. Тут империя, империя, руины, империя. Бретония, империя. Вот, слушайте, я, наверное, думаю, мы начнем вот с этих вот территорий с вами. Они, скорее всего, будут и менее защищены у нас. Единственное, наши вахи, конечно, понесут потери. Так, а тут и стали. Давайте разнесем их не. Квинель. 12 тысяч, разорим. Так, а Лаху давайте укажем цель вот этих вот чуваков раздавить. Так, бретонцев, бретонцев. Чё, мы догоним их? Догоним сегодня бретонцев? Догоним их, бретонцев. I must keep my holy vow. No! Так, тут у них, смотрите, сплошная конница, ёп. Сплошные рыцари Грааля. Чё, поехали, сыграем с ними битву, попробуем. Затащим, у нас усиление натиска, и у них усиление натиска. Да, у них 104. У нас 80. На ком мы сможем затащить? У нас великанчик есть один. И все, по сути. Так, 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 так. Ладно, поехали. Думаю, будет битва очень интересная. Так, вот они, где все выстроились у нас. Стрелки, у них артиллерия есть, да? Лучники тоже есть. Слушайте, сколько конюса, ёпт. Блин. Конница у них реально дофигища. Они просто, если захотят вдруг перейти в раш, они просто нас снесут. Так, где наши макрушники? Назад их поставим. Лучников вперед. Так, 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 так. Тролли тут поставим. Великанечка. Тут. Так. Все, ну мы готовы. Кто нападать будет? Походу, как они собираются на нас нападать. Ой-ой-ой, как страшно, как страшно. Блин. Просто жесть. Все, короче, ладно, поехали. Что, лучники их смогут обстрелять у нас-то? Да, смогут. А у нас дымовая бомба не откатилась, ёпт. Дымовой бомбы нет у нас. Даем, 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 даем. Блин, лучников. Куда лучников? Назад прячем лучников. Дымовая бомба, откатись, откатись, откатись. Подействовала, не знаю. Так, нас обходят, обходят. Вот этих хватаем чуваков. Вот тех мочим нахер. Давайте, давайте, оп. Все, нету натиска. Стрелки, ой, нас обходят. Нас обходят тут. Вперед, 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 хватаем их. Давайте хватаем, с ними разбираемся. Великанчик, нормально. Ой, опять наших пацанов на випрях что-то херачат. Так, разворачиваемся на вот этих чуваков. Нас обстреливают. Обстреливают, надо вот это вот уничтожать. Ихние осадки.
мочить нафиг осадки надо. Так. Если плину защиту все прожимаем, наших лучников назад отводим, отводим лучников назад. Где их не там принц? Вот он приземлился, приземлился как раз. Так, парнирам нашим достается. Где сквиги, сквиги, побыстрее сквиги. Этих летающих надо сносить нам. Ни хрен выделишь. Вдобавок. Ой-ой-ой, как конница вошла в нас. Так, сносим эту стрелковую всю кавалерию. Так, 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 вот тех тоже сносим. Великан, чё ты ходишь? Чё ты ходишь? Куда ты пошел вообще? Ну давайте, сквиги, схавайте, схавайте их. Кстати, тролли хорошо куницу месяц, слушайте. Догоняем куницу, не даем им отойти. Не даем им отойти, а нашим вепрям достается тоже. Вот сносим их. Лучники куда-то в толпу зашли. Так, отлично. Поели мы их. Окей, вот так вот преследуем. Так, 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 так. Вот этих чуваков херачим. Преследуем отступающих. Тут вернулись опять рыцари Грааля к нам. На вечеринку решили забежать напоследок. Блин, сквиги не на тех напросились. Так, все, вроде тут мы разобрались с ними. Ой-ой-ой-ой, наших стрелков убивают. Наших стрелков убивают. Так, парниры, парниры, давайте. Так. Подойдите, подойдите, ближе, подойдите. Оп. Все, замечательно. Так, лучников хаваем, лучников хаваем. Так, стрелки убегают. Давайте по этим ближайшим. Так, ой, на нашу артиллерию напали. Так, где наш дисциплину? Вот так вот все прожимаем, тащим. Атака в ближнем бою, защита, дисциплина. Отражение от выстрела, все, короче, прожали. Так, все, все, победа. Нашу гоблинскую швырялку почти заколупали, твари. А Леанкур, конечно же, убежал от нас. А ну-ка, давайте попробуем его. Ай, нет, да? Нет, не достанем. Ладно, первая победа. Так, ну, ага, все-таки вепри мы слили с вами. Так, и сзади еще и стали. Так, ну, вепри мы восстановим. Это не проблема, в принципе. И швырялку надо будет нам восстановить тоже.
Обнаружена засада. Так. Да. Налет, 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 снова налеты. Где налеты у нас? Так, возведенные постройки. Замечательно. Шатер вожака. Яма с блестяшками. А вот, кстати, и, собственно, зверолюды. Неужели они опять займут поселение это? Так, вепри мы вернем и наймем швырялку обратно. Так, попробуем блокаду армии сделать. Неудача, окей, давайте еще одну попытку. 51. Успех. Не знаю, зачем мы бои ветки прокачиваем, наверное, потому что нечего прокачивать в таких ветках шпионских особо. Там, в принципе, все нужное уже у них прокачано. Так, ага, мы это просто забыл. Думал, всю, не всю возвели. Вроде тут все, да, отстроили-то. Но я по-прежнему жду, когда нам все-таки узлы на башке объявят войну. Когда они решатся вступить в войну. Так, а вы стали одно поселение осталось тем временем. Стали, мы скоро с вами задавим. Ну, на этом, я думаю, мы закончим нашу серию, да. Немножко отбросили мы бретонцев и империю обратно, выгнали их из своих любимых гор. Теперь надо как-то нам попробовать занять обратно Каракас-Гарас. Потому что его надо занять так, чтобы поблизости не было армии. Потому что если мы осядем, наши войска уменьшат свою численность. И если они соберутся вот этим стаком, они просто разобьют наш ВАК и, собственно, наших полудохлых гоблинов. Думаю, можно даже тут уже взять и задействовать нашего скарсника. Но у нас в следующей серии ждет сюжетная битва тыкала скарсника против гномов. Мы обязательно его сыграем. Ну и надо не забывать выполнять задания на крутые доспехи Ожага Мясника. Тоже будем делать. Там надо уничтожить 5 армий, да? Сейчас еще раз посмотрим. 5 армий или 5 гарнизонов. 5 гарнизонов, ё-моё. Да, 5 гарнизонов. Именно их надо уничтожить Ожагом. Собственно, что мы будем делать. Но на этом наша серия подошла к концу. Как всегда, с вами на связи был Брайан. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и оставлять ваши лайки. Всем удачи!